Это человек, ты мне... Так, положите, сейчас будет. Значит, большой привет из Саратова. Да, мы вчера там были. Спасибо за вчерашний концерт. Но вы обделили нас песней «Тоска», которую исполняете сейчас во всех городах. Да ладно, давайте исправлять ошибки. ПС, что делает такое состояние? После вчерашнего концерта? В лирике ваших песен нет мата. Политики, за кого голосовать будете? Прямо вы меня. Мы недавно были на открытии сезона в Доме актера. И там, значит, такая была небольшая сценка. Небольшая такая сцена, когда один мужчина попал туда на Божий суд уже, и вот он с Господом один на один, и так говорит, значит, ну, в общем, что-то он заволновался, так он, это Господь ему говорит, да вы не сильно не переживайте, в аду все равно уже мест нет. Вот, и он уже как-то спокойно стал беседовать, так все, и говорит, Господи, вы правда вот все знаете? Он говорит, ну, не скрою. Мужик как-то говорит, а скажите, пожалуйста, а кто победит весной на выборах президента? Тот наклонился, он говорит, вот там так же был тихо. Он говорит, весной на выборах президента победит кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Вот такие пироги. Вы знаете, дорогие друзья, вот мы ехали, и вот за эти годы, пока не были, мы столько поназаписывали всего. Вот у меня, смотри, такая здесь вот, я как-то рассказывал, одна женщина купила, говорит, два диска называются одинаково. МРЗ. И говорит, я этот МРЗ поставил, он не работает. Я говорю, гражданский, МРЗ, это же надо специально в аппарат для МРЗ ставить или в компьютер. И зато вот, ну, вот здесь 4 диска, да, здесь 21 альбом вот на этих МРЗ. Я сам даже не ожидал, что я столько написал уже. Вот. И, значит... Я, значит, это рассказывал все время, и потом сам на это же попался. В каком-то городе пришла записка, спойте там такую-то песню, и подписано «Женщины за ЗО». Я думаю, ну, наверное, секретный какой-то в городе зовут. «Женщины за ЗО». Вот, оказалось, что это «Женщины за 30». Есть еще «Женщины за ЧО». Вот. Но знаете, еще хочу сказать, что у нас вышел еще вот такой вот диск у Леонида Маргулина, который называется «Побудь со мной». Диск очень хороший, на голову лучше всего остального. Вот. Ну и вообще, надо сказать, что-то он помялся маленько. Виктория Токарева, тоже моя соседка, она считает, что Леонид Маргулин, он образец мужчины в России.